Друзья, всем огромный привет! Прямо сейчас я бы, конечно, хотела включить вам свои любимые треки, которые играют у меня в наушниках и накрывают меня словно волной с ног до головы, чтобы мы с вами на одном вайбе сейчас оценили эти наушники, которые при этом носят громкое название Marley Positive Vibration 2. Но YouTube мне такое сделать не позволит, поэтому давайте сразу перейдем к обзору. И если у вас сейчас возник вопрос, как связан этот бренд с Бобом Марли, я вам отвечу напрямую. Бренд основан в 2008 году семейством Марли, и они, кстати, до сих пор придерживаются интересной философии. Все девайсы этого бренда названы в честь песен Боба. Одна из главных целей – забота об окружающей среде, поэтому в производстве используется вторичное сырье. И забегая наперед, скажу, что это чувствуется. Это накладные наушники, и они не так распространены, как TVS. Это не мое мнение, так говорит статистика, но мне такой формат нравится. Тем более, что эта модель для своего класса компактная. Ее можно сложить и взять с собой. Мой тестовый экземпляр в цвете розовое золото. И это уже мое мнение, мне кажется, он очень красивый, прям для нас, девочек. Материалы тут качественные, модель выполнена из алюминия, замечание, переработанного, амбушюры из кожзаменителя, обод покрыт тканью, похожей на хлопок. Наушники выглядят необычно и интересно как раз-таки благодаря деталям. Например, эти закрученные проводки, которые ведут к наушникам. Или название бренда на вставке, сделанной под дерево. Благодаря как раз таким мелочам наушники совсем не похожи на других. Ну и куда же без распаковки, потому что она накроет воспоминаниями из детства. Поскольку коробка, ну, очень похожа на те, что были когда-то у игрушечных кукол. Такие же крепления и блистеры. Внутри инструкции, провода для зарядки и подключение к разъему. И да, наушники работают не только посредством Bluetooth, но и по проводу. Это удобно, если вы хотите подключить наушники напрямую к смартфону или компьютеру. У провода AUX, кстати, есть небольшая особенность. Он с пультом управления и микрофоном. Так что наушниками можно управлять не только стандартными способами через телефон или на самом наушнике, но и с помощью этого пульта. У него всего одна универсальная кнопка. Она отвечает и за переключение треков, и за паузу, и даже за ответ на звонок. Но есть одно но. Это работает только на Apple девайсах. На самих же наушниках три кнопки. Управление громкостью, треками и пауза воспроизведения. Чтобы переключить трек, нужно два раза нажать на качельку громкости. Кстати, переключается неплохо, отзыв хороший. Чтобы включить работу по Bluetooth, нужно зажать качельку громкости около 5 секунд. Делается это быстро, без каких-либо проблем. Не нужно скачивать какие-то дополнительные приложения, делать специальные настройки. Просто подключил и слушай. Кстати, вскользь уже было сказано про микрофон в проводе и про прием звонков. Так вот, микрофон есть не только в нем, но и на самих наушниках. По разговорам могу сказать одно: как вы, так и ваш собеседник друг друга слышите хорошо. Если не говорить, что вы общаетесь через наушники, собеседник не заметит разницы. Однако сам по себе именно такой формат наушников для разговоров не самая удобная вещь, а вот для общения с тиммейтами в играх самый кайф. Рядом с микрофоном находится световой индикатор, он сигнализирует о состоянии наушников. Что касается удобства, то с наушниками комфортно, и они сидят на абсолютно любой голове. Все из-за довольно мягкого обода, иногда даже кажется, что его легко сломать. Но, несмотря на его гибкость, он прочный. Размер также регулируется, а еще они очень легкие. Поскольку эти наушники еще и Bluetooth, то очень важно, чтобы заряда батареи хватало надолго. И здесь все очень неплохо. Наушники без перерыва могут играть до 12 часов, а заряжаются за 3,5. Но здесь не без ложки дегтя. Я так и не поняла, как узнать, сколько заряда осталось, когда ты в наушниках. Сигнал о том, что наушники разряжаются, подается только с помощью светового индикатора. Никаких дополнительных звуковых оповещений нет. Поэтому, если вы все 12 часов будете сидеть в них за просмотром сезона какого-то крутого сериала, то момент разрядки для вас окажется неожиданным. Заряжаются наушники через кабель microUSB, что, честно говоря, странно видеть в 2021 году, но в их защиту скажу, что 12 часов работы – неплохой показатель. По звуку наушники достойные, бас слышно и даже четко, его хватает с лихвой. При этом каждый звук, который они издают, также хорошо различим. Нет проблем ни со средними, ни с высокими
низкими частотами. Громкость тоже на хорошем уровне. Какой бы жанр музыки я ни поставила, все очень детализировано. Естественно, в этих наушниках я слушала и треки Боба Марли, и, возможно, им стоило бы отточить качество звучания именно на этих треках. Но нет, они никого не обделили. И одинаково хорошо играет как электронная музыка, так и лайв-версии с концертов, если были записаны в хорошем качестве изначально. Глубина и звук при этом остаются чистыми даже на максимальной громкости, что вообще часто редкость. Обычно на максимальной громкости наушники разрывают, бас начинает хрипеть или вовсе перекрывать средние и высокие частоты. С моими подопечными такого не было. Но будьте уверены, все вокруг вас также услышат, что у вас играет. Так что в людном месте я бы так не баловалась. Я обычно так не делаю и стараюсь описывать вам свои ощущения от тестируемых устройств, но в этот раз я решила все-таки пройтись по отзывам, чтобы быть хоть капельку, хоть немножечко объективной, потому что у меня от этих наушников только один восторг. Так вот, я не нашла плохих отзывов, их просто нет. При этом цена у этих наушников все еще адекватная, актуальную можете посмотреть по ссылке в описании. Сами наушники довольно простые, если не брать во внимание детали. Возможно, именно своей незамысловатостью, любовью к экологии и особенной истории они так сильно подкупают. Да и зачем все усложнять? Остановитесь, посмотрите на небо, оставьте позади свой Вавилон, кидайте мне в комментариях свои любимые треки, чтобы мы были с вами на одной волне, да и направит вас великий Джа. Ну а дальше вы сами все знаете. Подписка там, лайк, все дела. Пока.